Всем привет! Ой, девочки, мальчики, что мне пришло? Сейчас увидим. Подарок на Новый сейчас год. Сейчас раз такое будет разочарование, оно пришло, хоть и написано стекло, да, аккуратно. Да, стекло, все это. Ну вот, будем надеяться, что все-таки оно все живое. Я в любом случае вам покажу. Лежала в корзине, скажем, много-много-много времени. Да, очень ждало своего часа. Хотела эту штучку. Смотри, какая огромная пупырка, прям надежная. Ну да. Давай. Мега пупырка. Двумя руками. Драй ножку, драй. Ну все, тут уже. Вы смотрите. Не, я его чуть не откинула. Вторая там... часть. Да. Это низ, это вверх. Похоже, да. Вот. Даже водичка заливается. Так, все, драй. Он целый пришел. Целый. Красивый какой. Ставь, ставь. Ставь, ставь. Клади, клади. Да, надо, наверное, положить его. Так, он фарфоровый, да? Глиняный, фарфоровый. Угу. Так, вторая, это донышко. А веточки пластиковые, как вот у елки искусственной. Тут еще. Вон там сбоку. Вот чаша. На ножках. Ну да. О. У нас сразу житель. Снежинка. Так. Коробка приходована. Так, его что, прям туда внутрь ставить? Да. Чтобы он не выливался. Да. И... Ну он тяжелый. И вот эта вот фиговинка. Дымоделатель. Так. А куда его класть-то, этот дымоделатель? Внутрь? Смотри на ножках. Ну да. Или поэтому пучках. Вот так вот. Так. И вот так. Так. Это сквозь вот этот выпускаешь, и угу. Все. Остается... А вот отсюда дым будет, да? Да? Ага. Куда-то еще воду залить вниз, наверное. Видимо, вниз в кувшинчик. Это уже будешь по факту. Надо красивенько его так расправить. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию фонтанов. Угу. Приходишь и говоришь... Категорически запрещается насосов сухую, без погружения в воду, понятно? Только в полностью погруженном состоянии. Так. Освободили фонтан, размотали электрический кабель. Пропустить внутри вертикальной части подставки так, чтобы выключатель располагался снаружи. Угу. Ну, все сделали. Так, здесь еще одна. Запрещается использовать с агрессивными средствами, химикатами. Сделано в Китае для России. Там трубочка есть. Да. А, и надо в трубочку воткнуть, да? Ну да. А вот и дырочка. Вливаем еще воды. Давай. Ну, сейчас все пролью. Так. Еще. Вот, думаю, нормально. Я думаю, нормально. Ну, тут дырка. До дырки сделал. Даже. Ну вот, все, пойдем подключать. Я снимаю, ты включай. Он стал литься. Он льется. А он у тебя просто не дымовой фонтан, а просто фонтанчик. Да, он просто фонтан. Буль-буль-буль. Так тихонечко булькает. Там еще на насосе два уровня. Я тебе так скажу, придется доливать, потому что коты будут пить. Но это уже не ко мне. Коты будут явно это дело пить. Ага, теперь вопрос, куда ты это еще поставишь? Красота какая. Я думаю, на стол туда компам вообще смысла не имеет. Вон красота. Вся коробка уже занята. Там уже бой за коробку произошел. Ну-ка, как журчит. Знаете, он почти беззвучный. Слегка слышно водичку. Тихий. Это наслаждение для глаз.